Два месяца в СИЗО или 1,5 миллиона гривен залога. Такую меру пресечения суд избрал двоим подозреваемым в поджоге «Мерседеса» в районе Куликового поля. Оба оказались жителями Днепропетровской области. Им инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мужчинам грозит от 3 до 10 лет за решеткой. Речь идет о вчерашнем поджоге автомобиля в переулке Катаева. Поджигателей задержали по горячим следам. Один из затриманных вже є фігурантом аналогічного кримінального провадження. Йому заочно повідомлено про підозру у підпалі іномарки на території Суворівського району міста Одеси. Поліцейськими встановлюються мотиви скоєння злочину та перевіряється причетність вказаних чоловіків до інших злочинів на території нашої області та держави. Авто принадлежит известному одесскому адвокату, бывшему руководителю юрдепартамента мэрии Максиму Болдину. Инцидент произошел прямо под офисом юриста. Сам Болдин не может сказать, что стало причиной поджога. Впрочем, его имя фигурирует в нескольких скандальных процессах. Он участвует в конфликте в одесском медине и защищал подозреваемого в покушении на активистку Екатерину Гандзюк. Также Болдин претендовал на кресло губернатора области.